Ты сказал парням,
чтобы они взяли петли, чтобы дали тебе, чтобы я тебе разрешил петли. Погоди, как? Все, моя рука садится. Как у него? Как у него? Я просто ручаюсь. Что? А? Ты что, ты пришел купить на мне, что они без спроса залили, что взяли петли? А? Ты что, Роман, на меня посмотри, пожалуйста, братан, ты что, попутался, что ли, вообще? Ты их саботируешь, купали, стоп! Что за прикол? Погоди. Ты говоришь ему, чтобы он залез в мой шкаф и взял мои вещи? А? Братан? В смысле разрешали? Я кому-то, я тебе разрешал? Или тебе, кому я без спроса залез, вообще разрешаю мои вещи трогать? Поднимите руку. Даже они спрашивают. Нет, даже он спросит, мистер, я возьму. Ты что, Роман? Держи петли, братан, только отожми 50 раз. Не подставляй никого. Артем, ты куда? Да хорош. Да время ты что? А сейчас пироги будем есть, хорош. Ну 5 минут потерпи, сейчас пироги будем есть. У нас сегодня, Артем. Стой, мама внизу что? Скажи 5 минут, подожди, сейчас скажи 5 минут. Мама, позвони, скажи, мама, подожди, пожалуйста, 5 минут. У нас брось сегодня Максим золотую медаль, ой, золотой значок принес. Да, все хорошо. Ну, конечно, больше, чем здесь. Не, я принес его для того, чтобы сюда поставить, говорю, пацаны будут там тут самые, вот флешечку захотят посмотреть, там что-то. Ну, ему нам можно купить, да и заполнять базу тоже проще нам надо. Все, я круто. По цвету передачи чуть-чуть назад прошлое. Ну, они старенькие чуть-чуть. Он вроде так... 20 раз отжался, потому что он снимает. Неплохой, ну старенький чуть-чуть. А ты хотел двоих подставить. Все равно работает. Может быть, ненавязчиво. Все, давай фотошоп, как бы не чайник. Это разрешение, конечно, не то. Я не знаю, какой тут даже разрешение. Тысяча. Есть? Нет, все в компании. А вдруг там железка упала на голову? А потом бы они сказали, да мне Рома сказал. Как? Ты разве умеешь? Сможешь уметь его, нет? Да, я же перевел, но не могу. Вот, Рома, вот пример. Дима с советом знает, 100 тысяч раз эти, ну не 100 тысяч раз, эти брали резинки. Он знает, что лучше спросить, как больше, это правильно. Ой, можно провести? Резинку, да. Давай тебе. Вот надо у Жени спросить, Жень, что-то такое, трейлер. Это чтобы как-то сжался, да? Больше не тоже. Обещаешь, что больше не будет? Точно? Ты на меня злишься, безлись на меня, я по-братски, я реально тебя прошу, чтобы ты успокоился. Я тебе сказал, смотри, я сейчас дам плюс. Но мне надо было поговорить с Диманом, надо было поговорить с Артемом, надо было их успокоить. И тут, да, в принципе, тут такая интерьера. Ну, да, Диман? Каким бы Дима тебе говорил, Ром? Еще Дима, больше информативно. Шкафу такой еще решил, где Сергей Геннадьевич разрешил. Ты идешь, бей, можешь, оттуда падает гиря. Пойдет. Или что-нибудь, да, на ногу, на руку. Ты говоришь, бабуль, а у меня на гире упало. А что ты, как упал? А вот так упал. А что туда полез? А мне Сергей Геннадьевич разрешил. А потом Сергей Геннадьевич скажет, а мне Дима разрешил. Он скажет, Сергей Геннадьевич решает. А что вы тут вообще убили? Ну а зачем она туда помогает? Чтобы никто не пользуется. А здесь 19. Там 40, а тут 19. Рома, Рома, ты меня понимаешь? Рома, алярма, алярма, братуха, алярма. Я говорю, просто каждый должен запомнить свой номер. Отходит, говорит фамилию, и номер, допустим. Нет, тут можно на номер не запоминать. Тут есть такая вот. Допустим. Нет, здесь очень хорошо развита. Вот такая. Братиш, а ты приходит, называет свою фамилию, допустим. А они тебе силу дадут, держи. Писали. Тебе одну, смотри. И он выбирает именно ту полоску, кто пришел и назвал свою фамилию. И все, ему уже данные. Вот нет правки. У Дмитрия Сергеевича Сысолетина, который в наушниках. Сейчас позовем. Егор, Димарик, помоги это. Сейчас, сейчас, доделай. Дотронься его, помоги, дотронься. Элементов. Пускай делает уже. Ну делай, делай, делай. Просто на меня посмотри, на него посмотри. Ты делай. Ты посмотри на утро. Да я наушники знаю. Слышишь? Справочка делай, медицинская. Делай. Когда будет? Справка? Да. Она у меня дома лежит, я просто забываю про нее. А Артем Михайлович, когда нам справку принесет? Я не знаю. А почему? Ну, надо сходить. Рома. Не болеешь? Рома. Не болей, человек, чем надо справку. Сила, именно что. И все, вот 21 век, теперь все есть, все данные.
Вот так, ладно. Мусалов Егор Александрович. Парни, закончите, да? И можете по обозначению. Тоже справочку, да, медицинскую надо новенькую принести. А то крайняя справка 2.12.22 года. У кого? Егора? У Егора Александровича. Егор Александрович, у тебя справка 2 года назад была. Ну ты жив-здоров, да? Ну не молодец. 2, полтора. Полтора года назад. Так, малыши, давайте заканчивайте действие. Мыть руки. Первый, малыши, подход на пирогоедение и всякое такое. Ну колонка, конечно, это же. Так я вчера, прикинь, Петр, я вчера ложу, когда? А я услышу, когда в мягкое. Я даже эти световые палки вытаскиваю. Блин, она как-то это. Ну что, в печенюге? Не, просто причем достал, поставил. Я говорю, дай-ка печенье возьми. Ладно, я взял. Я ее положил вот сюда. А вы смотрите на меня, она лежит. А вот смотри, это. Мы не будем 200 раз. Мы не будем 200 человек там переписывать. Вот здесь вот есть. Вот список занимающихся, и есть первый раз. Он просто приходит, на другой лист перевел, приходит, ФИО назвал, полных лет, дату посещения. И в следующий раз, когда приходит, он говорит, меня тут ни разу не было. Оп, давай-ка, мы нажимаем Ctrl-H, появляется строка поиска, допустим, вот такой вот. Действительно, действительно. Был. Не был. Там, либо не был, действительно. Сейчас, парни, секунду, сейчас. Ты позвонил, Артём? Да. Я ножик уже достаю. Я ж ножик почему так достаю? Ты петли хотел взять? Нет. Уже нет? Ром, успокойся, браток. А чё? Спроси. Рома, что с тобой? Чё с тобой? Выключи. Он в огорчухе. Хитранул неправильно, брат-то. В огорчухе. Она пирогоедет. Руки чистые? Не мыл. Не мыл и не мыл. Пойди. А где вы покупали вот эти вот? Ну, Иван, иди в мою руку. Это надо спросить. Парни, у Максима, аккуратно. А не у меня. Тихо, ножик аккуратно, Роман, ножик аккуратно. Неправильно. Иди мой руки, Иван. Роман, да отжимайся, пожалуйста, Ром. А где Серега? Сергей Сергеевич. Может быть, вышел руки мыть? А, нет. Сергей Сергеевич, можно я тебя попрошу на помощь? Серег. Ты мог бы пирог ребятишка сладкий, ну вернее на всех их порезать, присаживайся, вот ножик. А я сейчас все сворачиваюсь, ухожу, я выключу и... Дашь подать пирог? Макар, подай стул, пожалуйста. Даже не этот, а еще один там сладкий. Он сверху должен быть, да. Парни, Сергей Сергеевич зовет, когда он все сделает, этот... Потихоньку подходите, и все будет четко. Ну что, его можно оставить на столе. Единственное, что Питалово забирать отсюда провод. Питание. А, чтобы не включали? Да. И ты нотиками еще раз поставил? Нет, нотик убирать в шкаф. Я имею в виду от монитора. А питание кто его включит? Без кто? Оставлять так? Конечно, без провода лежат. Эх, фехтовальщики, чуть-чуть они себя, да, вот это? Нет. Ну, вернее, уже, конечно, подставили. Жестко. Сейчас, парни, погодите. Спинки, пожалуйста, Никит, Артем, спинки, пожалуйста, ровненько сделайте, да. Ну что вы кривые сидите? Ром, братук, ты закончил отжимание? Ром, я тебя вижу, братан. Роман! Егор, позови Романа, я его вижу. А он спрятался. Смотрит, подглядывает, а? Роман, ты отжался? Он плохо отжался. Молодец. Я верю. Сейчас, парни, сейчас, погодите. Не так что, зря вы рано уходите? Да не, мама сказала, чтобы я с ними бежала. Гулять? Да. А что, они бы погуляли они бы, а ты позанимался бы. А, вы куда-то пойдете праздновать что-нибудь? Да. Я понял. Ну да, праздник это лучше, чем... Хотя можно и на тренировку сделать праздник. Правильно же? Ты был, когда Диматярики из Кулу приезжали? Нет, не были? Я в этот день уехал. А что вы... А, я понял. Ну, праздник...
Ну это опять, я ребятам взрослым говорил, и вы подумайте, кого вы хотели бы пригласить каких-нибудь вот таких вот типа звездных звезд. Но только такие должны, ну, нормальные парни, кого бы пригласили. Фактически вы можете с территории с России, иноземных не надо приглашать. Да не, ну не то, что негров там. Не, я бы пообщался бы с неграми, с китайцами, с разными. Но просто сейчас за границей это нам очень дорого будет стоить. Нам надо обеспечить им приезд здесь, проживание, кормить, поить и отъезд. Это очень много средств нам придется потратить. То есть вы думаете, Макс, присаживайся пока, вы подумайте. Я бы еще раз хотела увидеть. Пишите, пишите, размышляйте идеи. Вы можете сделать опрос, Иван, присаживайтесь. Никит, вы можете среди вас, Никитос, вы можете среди вас опрос сделать. Спросить Иван, Гриша, Максим, Артем, Роман, кого хотят пригласить, каких звезд. Все. Этот, вот здесь стекла не надо, лучше не стой здесь, не надо. Просто сядьте, да? Вот так вот. Мне он особо не мешает. Ну и класс стоит. Бубен только надо будет убрать там в ящик, да. Не, ну конечно, колонка в печи. Колонка в печи. Это что такое, дебил? А если я тебе, а? Ну, приятно? Не отсюда. Он там покажет удостоверение свое. Нехорошее? Поэтому можно руки помыть и у папы спроси, можно сказать, папа. Парни, сейчас, секунду, Серый, секунду. Вот это, пожалуйста, тоже. Каждый по 3. Сейчас, секунду. Сейчас, Макар, погоди. Малыши, руки чистые у всех? Да. Роман, Максим. Рома, пойдем. Максим, иди сюда, Макс. Где? Показывай медаль свою. Показывай золотую. А что с Ромой? А? С Ромой? Он отдыхает. Никит. Может, по новой генгеру. Гриш, позови Романа. Иван, Романа позовите. Сейчас, секунду, погоди. Вставай. С пакетиком нельзя доставать. Сейчас, погоди. Все, я понял, сейчас. Рядом Сергей Сергеевич, присаживайся. Сейчас, Петр Владимирович рядом. Сейчас, парни, погодите. Ребят. Малыши, пойдем, Макар, пойдемте, Гриша, Роман. У меня просьба. Сергей Сергеевич сейчас будет угощать. Каждый, если там из вас пожелает Максиму хорошего выигрыша за золотой значок, каждый может, он вот так повернет из своих рук, каждый может посмотреть вот это самое. Только давай, Макс, ты нам сейчас расскажешь, ладно, что это такое? Нет, ГТО. ГТО, готов к другой обороне, да? Сейчас Сергей Сергеевич порежет, расскажешь? Первое свое интервью, да, в жизни? У тебя даже удостоверение тебе дали, смотри. Даже удостоверение. А? Скажи, я занял первое место на ГТО, получил золотой значок. На серебряное. Принесешь, покажешь, на золото пересдашь. Третье мы пятое. Что, все готово? Роман, иди сюда. Братан, пойдем, пойдем быстрее, неуважение к нам ко всем. Рома, пожалуйста, пойдем. Сейчас, Макс, готовься еще, ты будешь второй раз поздравления. У меня две такие. Че, ребятня, угощаемся. Че, Максим, че? Раз, два, три. Рассказывай. Вот закон, Максим Сергеевич. Так. Вот это золотая медаль. Так, переверни, пожалуйста, удостоверение, что это такое. Удостоверение. Раз. И переворачивай, молодец, в другую сторону. Переверни, пожалуйста. Молодец. Поэтому, парни, да, поздравляю тебя с золотом. Молодец.